Сегодня мы рассмотрим диффузные изменения щитовидной железы и принципы их протоколирования. Как конкретно при осмотре пациента с какой-то разновидностью диффузных изменений это оценивать и вносить в протокол. Помним, что структурные изменения щитовидной железы, как и любых других органов, можно разбить на диффузные, очаговые и промежуточные между ними диффузно-очаговые. Если мы сегодня говорим именно про диффузные, то сами диффузные изменения, они делятся на вот такие четыре типа. Три достаточно специфических диффузные изменения по типу тиреоидита или, лучше скажем, аутоиммунного тиреоидита. Да? Потому что аутоиммунный компонент присутствует практически всегда, независимо от того, клинически это достаточно выражено или менее. Диффузные изменения по типу диффузного зоба, это вот третий квадратик, который мы сейчас смотрим, и диффузные изменения по типу диффузного токсического зоба встречаются реже других по частоте, но тем не менее мы с этим сталкиваемся. Наконец, самое первое обозначение в квадратике слева – диффузные изменения неспецифического характера. Те, которым мы не можем дать каких-то характерных признаков, позволяющих их отнести в одну из трех перечисленных до этого групп. И вот теперь давайте посмотрим, как характеризовать и как описывать на примере первой группы диффузные изменения по типу аутоиммунного тиреоидита. Вот у нас пациент. Это женщина, 47 лет. Мы начинаем непосредственно осмотр. И что мы сейчас можем отметить на этом кадре, который мы просто остановили. Видите, мы заметим, что контуры железы четкие, ровные, но она имеет определенную внутри неоднородной структуры за счет того, что чередуются участки повышенной и пониженной их агенности. Вот особенно в левой доле вы видите участок пониженной эхогенности ближе к передней поверхности и повышенной эхогенности ближе к заднему контуру. В правой доле это не так наглядно, но тем не менее тоже выражено. Попробуем это сразу отразить в нашем протоколе. Укажем возраст, укажем пол женский. Здесь форма железы практически не изменена, мы поэтому не вносим никаких корректив в такие формулировки уже описанные. Контуры четкие и ровные. И что касается эхоструктуры, то мы указываем, что она диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Вот это мы заметили уже, пока наблюдали. Теперь нам нужно внести размеры, которые в самом процессе измерения уже были нами выявлены. Мы здесь видим 21 на 15 правая доля и 18 на 14 левая доля. Не всегда удается в одном скане сразу обе доли вывести достаточно четко. Тут нам это удалось. А теперь мы дальше будем стараться
рассмотреть все в продольном сканировании. Мы еще разок рассматриваем при поперечном сканировании. Видим перешеек. Смотрите, 3,7. В норму вписывается, но умеренно утолщен, если говорить про размеры, характерные для женщин. И теперь мы переходим в продольное сканирование. Вот сейчас продольное сканирование правой доли. Мы должны постараться вывести оба полюса перед тем, как начнем измерять. Вот это очень приблизительно. Нам не удалось полюса в полной мере сейчас вывести, поэтому мы стараемся это повторить еще раз. Ориентировочно вот так, 53 миллиметра правая доля. А теперь переходим на левую долю. Видите, левая доля меньше, она помещается в размер экрана. Вспомним, что сама ширина датчика 5 сантиметров, то есть 50 миллиметров, а здесь как раз 41. Внесем это в наш протокол. Длина правой доли 53, длина левой доли 41, а перешеек 3,7 миллиметра. И в таком случае мы определяем общий объем, который составляет 12,5. Помним, что норма до 18 у женщин. То есть это укладывается как раз в середину нормы. На самом деле увеличения объема здесь нет. Размеры в данном случае совершенно соответствуют нормальным. Наблюдаем дальше. Нам нужно оценить кровоток. Мы видим, что он умеренно усилен. Посмотрите, сколько этих пикселов достаточно обширно представлены, и они гораздо больше по количеству, чем 10. Мы в обеих долях посмотрели, причем среди них есть крупные, есть достаточно много мелких. Перед тем, как завершить протокол, мы смотрим область локализации лимфатических узлов, есть ли здесь лимфатические узлы или нет. Мы не нашли. Все, вносим это в протокол и указываем, что при ЦДК кровоток усилен, сосудистый. Посмотрите, что у нас получилось в конечном итоге в протоколе. Расположение железы типичное. Так ведь, она никуда не смещена. Форма обычная, не изменена. Четкие ровные контуры. Нормальные размеры с объемом 12,5 миллилитра. Что касается структуры, она диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Когда мы смотрели, особенно в продольном сечении, в обеих долях, видели, что это чередование участков различной эхогенности достаточно равномерное. И, наконец, при ЦДК сосудистый кровоток в паренхиме усилен. Все это в совокупности позволяет нам сделать вывод, что это как раз диффузные изменения по типу аутоиммунного тиреоидита. Вот так, диффузные изменения паренхимы щитовидной железы по типу аутоиммунного тиреоидита. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в протоколе. Это от нас потребует немножко терпения. И сейчас мы увидим, как это непосредственно
при распечатке будет смотреться. Расположение железы типичное, форма не изменена, контуры четкие и ровные, размеры представлены. Размеры и объем соответствуют среднепопуляционной норме. Указывается норма от 4,4 до 18, и что это нормативы по ВОЗ. Структура диффузно неоднородная за счет участков различных агентностей. При ЦДК сосудистый кровоток в паренхиме усилен. Очаговых изменений мы с вами не увидели, лимфатические узлы мы не нашли, не лоцируются. Патологические объемные образования в области шеи, подчелюстной области мы не нашли. В заключение выносим диффузные изменения паренхимы щитовидной железы по типу аутоиммунного тиреидита. Теперь, когда это у нас стоит в памяти, второй пример рассмотрим для того, чтобы сразу их сравнить. Нам сразу заметно, что выражена неоднородная структура. Да? Участки чередующейся их агентности буквально бросаются в глаза. Теперь посмотрим на размерные характеристики. Вот мы вывели обе доли в поперечном сечении. И смотрите, правая доля 20 на 13, а левая доля 22 на 16. Заполним это сразу. Укажем пример 2. 54 года. Женский пол, 20 на 13, и левая доля 22 на 15. Мы сразу отобразим, что эхоструктура диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Собственно, структура щитовидной железы может быть описана в ограниченном количестве всякого рода, так скажем, типичных схем. Она может быть диффузно однородна, как здесь в верхней строчке, умеренно неоднородная, когда мы не можем ее в какой-то характерный тип, что называется, вместить. И как сейчас мы говорим, диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Узлов мы не видим, может быть неоднородная за счет узлового компонента, а мы сейчас выбираем диффузно неоднородное за счет участков различной эхогенности. Возвращаемся. Продолжаем осмотр. Что касается контуров, отвечаем для себя на вопрос. Они четкие и ровные. Местами видим, что они волнистые. Но тем не менее мы можем проследить контуры на всем протяжении, это говорит о четкости, а волнистость, она тем не менее не отменяет принцип ровности. Да? Вот сейчас мы измеряем 53 миллиметра длина правой доли, разморозили изображение. Повторяем еще раз эту процедуру и более точно сейчас прицелились на полюса. Посмотрите, получилось 59 миллиметров.
Опять смотрим в поперечном сечении. Видим, что здесь достаточно хорошо выражен стромальный компонент. Да? А теперь включаем ЦДК и отмечаем, что опять кровоток выраженно усилен. Да? Как в поперечном сечении, так и в продольном мы можем гораздо больше 10 пикселей насчитать. Многие из них довольно крупные. Измеряем перешеек 3 мм. А теперь смотрим область локализации лимфатических узлов. Видим общую сонную артерию и внутреннюю ремную вену справа. Ищем, есть ли здесь лимфатические узлы. Нет, справа мы их не увидели. Присматриваемся еще внимательно. Нет, достоверных узлов справа нет. Теперь смотрим с левой стороны то же самое, чтобы удостовериться, что здесь нет лимфатических узлов. Вот внутренняя ремная вена и левая общая сонная артерия. Лимфатических узлов мы не нашли. Сравниваем обе стороны друг с другом, не нашли. Заполняем это в ARMI. У нас осталась по размерам незаполненная длина 53 мм правая доля и 59 мм левая доля. Толщина перешейка 3,1. Общий объем 16,9, почти 17. Приближается к верхней границе нормы. Да? Что мы еще должны отобразить? Что помимо диффузной неоднородности за счет участков различной эхогенности у нас повышен кровоток, сосудистый кровоток в паренхиме усилен. И точно так же мы выбираем в заключение, что это признаки типичные для аутоиммунного тиреидита. Это будет выглядеть в конечном итоге в заключении следующим образом. Расположение железы типичное, форма не изменена, контуры четкие, ровные. Размеры железы указаны все и объем общий 16,9. Размеры и объем соответствуют среднепопуляционной норме. Структура диффузно неоднородная за счет участков различных эхогенности. При ЦДК сосудистый кровоток в паренхиме усилен. Узловых или очаговых изменений нет, лимфатические узлы мы не нашли, патологические объемные образования нет. Заключение диффузные изменения по типу АИТ, аутоиммунного тиреидита. И рассмотрим еще один пример. Мальчик 13 лет. Только поставили датчик, и сразу видим, что, во-первых, обратите внимание, размеры, ну, не, извиняюсь, не размеры, а форма железы изменена в данном случае за счет того, что закругленный контур, особенно у правой доли, да, эхогенность опять неравномерно диффузно снижена. Да? То есть эхоструктура изменена за счет участков чередования различной эхогенности. Да? Но и в принципе, особенно в области перешейка, посмотрите, да, и передних отделов обеих долей эхогенность диффузно снижено. Мы это тоже отметим в нашем заключении. Вот это то, что нам бросило в глаза. Постараемся это сразу отметить в ARMI.
Пример 3. Возраст 13 лет. Пол мужской. Форма железы изменена. За счет чего? За счет выраженного закругления боковых краев, ну, в данном случае правой доли. Да? У левой это не так заметно, да? Теперь мы заметили, что структура неоднородная за счет участков различной эхогенности. И кроме того, отметим, что эхогенность обеих долей диффузно, неравномерно понижена. Теперь возвращаемся к просмотру. Измеряем правую долю 15 на 16. Измеряем размеры левой доли в поперечном сечении 11 на 15. Измеряем перешеек. Перешеек практически 4. Пятнадцать на 16 в правой доле, 15 на 11 в левой доле, перешеек 4. И теперь смотрим продольное сечение обеих долей. Это правая доля. Без измерения можно сказать, что 5 миллиметров, да, 50 миллиметров, 5 сантиметров, да. И вот мы измеряем то же самое, получаем. Помним, что если полностью ширину датчика охватывает доля, то это 5 сантиметров, 50 миллиметров. Это левая доля, она меньше 5. Вот мы сейчас ищем полюса и вот так вот их отмеряем. Обратите внимание, ведь в данном случае контуры нечеткие, правда? За счет чего они нечеткие? За счет того, что эхогенность снижена. Значит, мы это должны будем пометить. Кровоток усилен. Мы это в самом начале смотрели, сейчас опять видим, да, кровоток в паренхиме усилен. Отметим эти данные в нашем отчете. Итак, 50 длина левой доли и 41 правой доли. Контуры нечеткие, ровные, отметим, да? Нечеткие, ровные. И что касается кровотока, тоже пометим, что при ЦДК кровоток в паренхиме усилен. И добавим еще одно слово. Значительно. Заметно, что в этом третьем примере степень усиление кровотока отличается от того, что мы видели в первых двух. Возвращаемся к нашему просмотру пациента. Мы видим степень кровотока. Достаточно усилены. Итак, в конечном итоге у данного пациента мы выносим то же самое заключение, диффузные изменения по типу аутоиммунного тиреидита. Мы рассмотрели три примера, достаточно похожих друг на друга, и давайте попытаемся их вспомнить так внутренним взором, представив их себе, что объединяет их? Выраженная неоднородность эхоструктуры за счет участков различной эхогенности. Вот эта формулировка. Диффузно-неоднородная за счет участков различной эхогенности. При этом нет явных узлов. При этом контуры этих участков, они такие неровные, неоднородные. И достаточно часто при этом может присутствовать еще дополнительно
Локальное или диффузное снижение эхогенности довольно, скажем, неравномерно выраженное. Где-то ярко выраженное снижение эхогенности, как в третьем примере было в области перешейка, а где-то это будет в меньшей степени заметно. То есть для аутоиммунного тиреидита характерно снижение эхогенности в той или иной степени выраженности. Зачастую это зависит от активности процесса. И практически всегда, в подавляющем большинстве вот типичных ситуаций, это повышение кровоснабжения паренхимы, диффузное повышение кровоснабжения. Итак, мы с вами рассмотрели сейчас примеры диффузных изменений по типу тиреоидита или аутоиммунного тиреоидита. Теперь рассмотрим вторую группу, которая характерна для диффузного зоба. Пациентка 39 лет. Вот мы поставили датчик на шею и видим такую ситуацию с картиной. Что первым делом бросается в глаза в сравнении с предыдущими примерами? Эхогенность выше, чем в предыдущих примерах, да? Она сопоставима с нормальной или несколько превышает нормальную? Вот мы сейчас не сравниваем с окружающими образованиями, ни со слюной железой, ни с мышцами. Вспоминаем просто картину предыдущих примеров аутоиммунного тиреидита для того, чтобы сопоставить ее с картиной, характерной для диффузного зоба. Значит, эхогенность видим выше. Смотрим дальше. Вы заметили, насколько толстый был перешеек? Мы только прошлись по нему, не измеряя, и бросилось в глаза, что он очень такой массивный. Помните, что один из первых клинических признаков зоба – это именно пальпируемость перешейка. И вот здесь его увеличение, мы дальше будем смотреть, оно как раз соответствует таким клиническим особенностям. Сейчас мы выводим одну из долей, правую долю, в продольном сечении. Пытаемся увидеть ее полюса. Вы видите, какой датчик мы взяли? Мы поменяли датчик на конвексный, потому что линейным вывести это невозможно. Вот так получается с выходом за скос 90 миллиметров. Даже на конвексном датчике нам не удается все поместить непосредственно полностью в изображение. Да? И приходится искать полюса. Мы теперь переходим с правой доли на левую, и в левой доле еще больше, 94 миллиметра. Обратите внимание, какая эхоструктура. Довольно однородная, правда? Какие-то участки сменяющихся уровней эхогенности присутствуют, но они довольно равномерно представлены.
мы берем на разном увеличении и можем наблюдать, что эта структура довольно однородная. Попытки даже на конвексном датчике поймать оба полюса. Видите, я пытаюсь это разными способами сделать. Целиком полюса не помещаются. Это говорит о выраженном увеличении. Мы меняем глубину сканирования, пытаясь более точно все захватить. Ну, вот так вот. Еще одна попытка. Надо несколько раз повторять измерения, если мы хоть в какой-то степени сомневаемся. Да? Вот сейчас видим оба полюса, и я делаю еще одну попытку, да, измерить левую долю. Это последнее измерение было 86 миллиметров, заметили, да? Еще разок повторяю ту же самую процедуру. 86. Если нам удается дважды повторять один и тот же размер, как бы это наиболее такие достоверные данные. Возвращаемся к линейному датчику. И теперь в линейном датчике продолжаем осмотр. Смотрим кровоток при ЦДК. Я здесь включил, заметили, зачем на перешейке? Там гипохогенный участок, я хотел удостовериться, сосуд это или нет. Гипохогенные участки в других срезах попадаются, и это как раз особенность данного примера. Это был не сосуд, это были просто расширенные коллоидные. Фолликулы, да, вот они и сейчас в срезе тоже присутствуют. И смотрим кровоток. Кровоток в паренхиме усилен. Пример 4. Пациентка 39 лет. Здесь измерения сами не вошли в клип, потому что это существенно расширяло время исследования. Я их внесу непосредственно сейчас, озвучив 32, 30. 90. Смотрите, правая доля 41 кубический сантиметр. И левая доля 29, 26, 86. 72 кубических сантиметра. Перешейк 12 миллиметров. В 4 раза увеличен. Итак, размеры диффузно увеличены. Помним, что норматив 18. Эхоструктура. Укажем, что она умеренно неоднородная. За счет чего это умеренная неоднородность? Что там
попадались время от времени для нас расширенные коллоидные включения до 3-4 мм. При ЦДК кровоток в паренхиме усилен. Что с формой железы? Форма железы изменена за счет чего? Во-первых, выраженного закругления боковых краев обеих долей. А также выраженного увеличения размеров обеих долей и перешейка. Контуры четкие и ровные. С этим нельзя не согласиться, да? Таким образом, что мы вынесем в отчет? Самое главное, что здесь бросается в глаза, это резко выраженное увеличение размеров. Вот когда имеет место увеличение размера, тогда мы говорим про ЗОП. ЗОП – это прежде всего увеличение размеров выше нормативных. Итак, это ЗОП. Прежде всего по размерам. По структуре мы скажем, что здесь не было ни одного коллоидного узла. И никакого узла вообще мы не видели любой другой характеристики. Значит, это ЗОП диффузный. Так и пишем. В данном случае конкретная формулировка. Диффузный ЗОП. Как это будет выглядеть в отчете? Расположение типичное. Форма железы изменена за счет выраженного закругления боковых краев обеих долей и выраженного увеличения размеров обеих долей и перешейка. Контуры четкие, ровные. Размеры указаны. Общий объем 72 кубических сантиметра. Характеристика, размеры и объем железы увеличены диффузно. Эхоструктура умеренно неоднородная. При ЦДК сосудистый кровоток в паренхиме усилен. Еще раз подчеркну, что в сравнении с аутоиммунным тиреидитом мы здесь заметили умеренное повышение эхогенности. Относительно субъективный такой пример, потому что мы в данном случае не сравнивали с прилежащими тканями, такими как слюнная железа и мышцы, а сравниваем именно визуально с аутоиммунным тиреидитом. Просто сам по себе процесс такого диагностического поиска заключений, он определенные в себе стадии, так скажем, содержит, в том числе и визуальное сравнение как бы с типичным примером. И здесь ведущим фактором для постановки такого категоричного заключения мы не пишем диффузные изменения по типу ЗОБа. Мы пишем просто категорично диффузный ЗОБ. Почему? Из-за размеров. А почему он диффузный? Потому что нет очаговых изменений. Диффузный зуб. Следующий пример такого же типа. Смотрите, мы начали измерение сразу и заметили, что контуры доли были закруглены. Видите, какое выраженное закругление
бокового контура. И размеры правой доли 20 на 19. Переходим к характеристике длинника правой доли. Смотрите, вы заметили, я переключился на так называемый трапециевидный тип отображения данных, да? Линейный датчик по-прежнему, но он отображается рабочим полем в виде трапеции. Для чего? Для того, чтобы мы могли поместить оба полюса. При прямоугольном изображении рабочего поля это не может поместиться. Итак, мы сделали трапецию, можем вывести оба полюса и измерили. Правая доля 57 миллиметров по длиннику. Мы теперь можем это сразу для себя занести в ARM. Пример 5. 38 лет. Женщина. Правая доля 20, 19, 56. Форма железы изменена за счет выраженного закругления боковых краев обеих долей. Строго говоря, мы сейчас пока с вами только правую рассмотрели. Но я указал про обе доли. Контуры четкие, ровные. Это мы заметили. Идем дальше для того, чтобы сделать следующие выводы. Смотрим на эхоструктуру. Тоже она умеренная, неоднородная. Перешли на левую долю. 20 миллиметров на 19 миллиметров. Тоже закругленный контур. И длинник левой доли. Хорошо полюса видно, правда? Длинник левой доли 54. Двадцать, 19, 54. Общий объем 20. Уже больше верхней границы. Помню, верхняя граница 18, да? Общий объем у нас превышает 20 сантиметров кубических. Смотрим обобщенно, сравнивая обе доли. Переходя от одной к другой, пытаемся увидеть, везде ли однотипная картина. Да, везде. Незначительная неоднородность структуры, без выраженных очагов. Кровоток умеренно усилен. Никаких узлов не видим. В этом примере у нас измерение перешейка не вошло в данный клип. Мы укажем 3,8, незначительно увеличена толщина перешейка. Их структура мы пишем умеренно неоднородная. При ЦДК кровоток в паренхиме усилен. Обращаю ваше внимание, что мы не указываем в данном случае, что эхогенность незначительно повышена. Почему? Прежде всего потому, что мы это сравнивали с вами визуально с картиной аутоиммунного тиреидита. Если здесь сравнивать с
слюной железой, то эхогенесис будет сопоставима, только их структура умеренно неоднородная. Итак, для нас эта картина опять-таки укладывается в диффузный зоб. Почему зоб? Потому что общий объем превышает норматив. Почему диффузный? Потому что нет узловых изменений. И в конечном итоге мы это выносим в заключение. С такой же категоричной формулировкой. В отчет это выведется вот в такой форме. И, наконец, еще один пример. Пациентка 35 лет. Видите, это чаще всего женщины. Мужчины в целом в 5 раз меньше имеют проблемы щитовидной железы. Посмотрите, я начал здесь измерение с левой доли. Почему? Мы говорили, что всегда надо начинать измерение с правой доли. В каких случаях мы от этого уклоняемся? В каких случаях мы меняем ситуацию? Также сравниваем с другими парными органами, с молочной железой, там, с мошонкой. Мы начинаем, если бросилось в глаза, что какая-то сторона с более выраженными изменениями, в данном случае бросилось в глаза даже мельком, что вправо есть какие-то изменения более заметные, то начинаем с той, которая ближе к норме, для того, чтобы она для нас служила как бы своеобразным таким эталоном сравнения. Итак, мы видим, что здесь выраженного закругления краев у левой доли, по крайней мере, нет. Они так приближаются к типичным. Эхогенность относительно повышена, по крайней мере, в сравнении с рядом расположенными мышцами. И размеры левой доли 13 на 18. Переходим в ARM. Сразу это укажем. Пример 6. 13 на 18. Продолжаем наше наблюдение за пациентом. Правая доля и перешеек. Перешеек увеличен 6. В таких случаях мы можем его и визуально заметить при глотании, да? Ищем здесь лимфатические узлы. Достоверных не нашли.
Теперь размеры правой доли 18 на 20. Длинник правой доли не помещается в обычную прямоугольную форму линейного датчика. Мы переходим на трапецию. Длина правой доли 57. Правая доля 20, 18, 57. Перешеек у нас 6 миллиметров. Продолжаем осмотр. Перешли на левую долю. Оцениваем сразу кровоток, усилен. Пытаемся вывести оба полюса. Вот так. Пятьдесят шесть. Длинник левой доли 56. Объем 16,1. Итак, давайте все проанализируем сначала. Расположение типичное, форма не изменена в данном случае. Выраженного закругления краев мы не увидели, но увидели увеличение толщины перешейка. Тогда все-таки укажем это изменение. Изменено за счет увеличения толщины перешейка. Контуры четкие, ровные. Эхоструктура умеренно неоднородная. Кровоток при ЦДК в паренхиме усилен. Что нам вынести в заключение? Есть ЗОП или нет? ЗОП – это увеличение объема больше нормативного. Близко к верхней границе нормы, но за норму не выходит. В то же время перешеек выраженно утолщен. То есть это явные зобные изменения. Да? С клинической точки зрения это будет заметно. И нам бросилась в глаза его толщина. Не только при измерении, она заметна при непосредственном визуальном осмотре в поперечном сечении. Эхоструктура такая же, как мы видели в типичных проявлениях зоба. Мы вынесем в заключение диффузные изменения по типу зоба. Зоба. Это не зоб в категоричной форме, а изменения, характерные для этого типа диффузных изменений. Еще разок. Когда мы говорим о типологии, то есть существует определенная схема структуры, в которой может четко вписываться по совокупности признаков картина,
И вот мы сейчас такие примеры с вами рассмотрели. Теперь остался третий тип, который мы разберем в следующую очередь. Вот смотрите, что нам бросается в глаза. Закругленность контуров. Измеряем, даже не очень-то помещается одна доля в поперечном сечении, да, для измерения 27 на 28 миллиметров. Итак, мы укажем закругление боковых контуров, выраженное увеличение размеров. Тоже обратите внимание, сразу нам бросается в глаза, что эхогенность здесь умеренно понижена, и на этом фоне появляются вот эти тяжестые гиперэхогенные структуры. Это так называемый стромальный компонент. Он становится заметным благодаря тому, что снижается эхогенность. Отразим это в нашем протоколе. Пример номер 7. Возраст. Пятьдесят лет. Тоже пациентка. Форма железа изменена за счет выраженного закругления боковых краев обеих долей, но сейчас пока увидели правую, потом увидим и левую, и выраженного увеличения размеров обеих долей, пока увидели правую, потом увидим левую. Нам уже заметно по двум размерам в поперечном сечении, да? 26, 28 – это увеличение существенное. Эхоструктура укажем диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Тут были гиперэхогенные линейные структуры и общее снижение эхогенности. Дополнительно укажем, что эхогенность обеих долей диффузно неравномерно понижена, и стромальный компонент укажем, что имеют место гиперэхогенные линейные включения в структуре обеих долей, подчеркнутый стромальный компонент. Переходим в продольное сканирование. Перешли, заметили, из обычного линейного сканирования в псевдоконвекс, то есть в трапецию. Вот сейчас мы измерили с вами продольное сечение правой доли 71 миллиметр. Обратите внимание опять на эти тяжестые гиперэхогенные стромальные структуры и неравномерно сниженную эхогенность. Однородность именно обусловлена за счет чередования этих различных
выглядящих участков. Семьдесят один миллиметр длинник левой, правой доли, извините, да? Перешли на поперечное сканирование левой доли. Измеряем оба размера. 22 на 25. Переходим на продольное сканирование левой доли. Не помещается она у нас, да? Мы, смотрите, верхний полюс располагаем с выраженным выходом за пределы поля зрения. Мы можем взять конвекс для того, чтобы попытаться определить более четко эту длину, но вспоминая первый пример, мы тоже можем представить себе, что и с конвексом при выраженном увеличении полюса могут не помещаться в область изображения. Да? Сейчас будет явная погрешность, но тем не менее мы можем с учетом этих допусков ориентироваться на полученные величины. Это составило у нас сейчас 73 миллиметра. 73 миллиметра. 22, 25, 73. Внесем это в характеристику размеров левой доли. 22, 25, 73. 44 объем, да? Объем увеличен. Продолжаем наш осмотр. Видим это чередование различных структур. Перемеряем еще разок левую долю. То же самое, 73 миллиметра. Смотрим кровоток. Живого места нет, да? Вот такое резкое усиление называется в разных, знаете, таких эмоциональных передачах этой характеристики, как пылающая щитовидная железа в кавычках или тиреоидный пожар. В некоторых англоязычных переводах тиреоид инферно, тиреоидный ад, да? Видите, это все так или иначе пугает. На самом деле количество этих локусов практически полностью закрывает весь режим серой шкалы, да, вот при таком сочетании ЦДК с серой шкалой изображение в B-режиме практически не видим. Продолжаем дальше наш осмотр. Нам осталось посмотреть на перешеек. О, он выраженно увеличен. Видим, как увеличенная правая доля переходит в перешеек. Границу тут увидеть трудно. Мы очень условно ее проводим, потому что правая доля увеличенная будет его маскировать. Итак, давайте это все отобразим теперь
в нашем протоколе. Что нам нужно еще указать? Здесь толщину перешейка, увеличенную 5,2. И теперь этот кровоток при ЦДК, сосудистый кровоток в паренхиме, резко усилен. Тиреоидный пожар в кавычках. Давайте все это суммируем. И что мы можем в таком случае заключить? По объему это зоб, так ведь? Зоб должен выходить в заключение. Диффузный? Да, диффузный. Совершенно верно. И теперь два, так скажем, относительно сомнительных и скользких с объективной точки зрения для узиста признака, которые все-таки мы постараемся сейчас сформулировать. Первое. Эхогенность сниженная, да? И второе, резко выраженное усиление кровотока. Вот совокупность этих дополнительно двух признаков позволяет нам говорить о том, что это признаки, характерные для диффузного токсического зоба. Почему я говорил про скользкость? Потому что, ну, безусловно, это заключение, которое должно строиться с использованием лабораторных данных и клиники. Да? Это не ультразвуковое заключение в чистом виде. Но все-таки вот такая совокупность этих признаков позволяет нам сделать заключение, скажем, в мягкой форме. Эхографические признаки диффузного токсического зоба. Итак, это будет выглядеть в нашем протоколе подобным образом. Расположение. Типичная форма изменена за счет выраженного закругления боковых краев обеих долей, выраженного увеличения размеров обеих долей. Контуры четкие и ровные. Общий объем 44. Размеры и объем увеличены диффузно. Структура диффузно неоднородная за счет участков различной эхогенности. Эхогенность обеих долей диффузно неравномерно понижена. Гиперэхогенные линейные включения в структуре обеих долей. Подчеркнутый стромальный компонент. При ЦДК сосудистый кровоток резко усилен. Тиреоидный пожар заключения. Эхографические признаки диффузного токсического зоба. Итак, мы рассмотрели с вами три, ну скажем, типичных картины, три типа, мы говорим о типологии диффузных изменений, да? Три типа, тип аутоиммунного тиреидита, тип диффузного зоба и диффузного токсического зоба. Подчеркну еще раз, что диффузный токсический зоб не классический пример для ультразвукового заключения, но в ярких случаях мы должны указать именно таким образом, как сейчас. Наконец, нередко мы можем встречаться с тем, что признаки, которые мы обнаруживаем, являются неспецифическими. Их нельзя четко вписать ни в одну из трех перечисленных групп. Итак, последний пример, который мы с вами рассмотрим. Вот смотрим картину. Нам бросилось в глаза сразу, что форма типичная, да? Вот эхоструктура умеренно неоднородная тоже, да? Эхогенность вот рядом. Мышца. Она практически
по отношению к мышце не изменена или очень незначительно повышена, но неоднородность здесь заметна. Размеры в поперечном сечении правой доли 18 на 21. Уточним возраст. Два, 30 лет. Мужчина. Правая доля. Размеры в поперечном сечении 18 на 21. Смотрим дальше за нашим изображением. Правая доля выводим в продольном сечении. Смотрите, размеры такие, что на глаз видно. 40 миллиметров, да? Можно, не измеряя, заметить, что это на 1/5 меньше ширины самого поля зрения. А здесь у данного датчика 5 сантиметров. Да? И вот на эту шкалу ведь тоже можете ориентироваться. Да? Это 5 миллиметров каждой из этих рисок. Всегда обращайте внимание на шкалу сверху и сбоку. Это вам позволяет быстрым беглым взором оценить размеры еще до того, как вы начнете их измерять. Итак, 41 миллиметр. Правая доля. Идем дальше. Смотрим левую долю. Замечаем там незначительно выраженный стромальный компонент, да? Измеряем. Что получили? 16 на 23. 16 на 23. Видите, какая интересная характеристика. Левая доля другую форму имеет, нежели правая. Да? Она словно бы сплюснута в переднем заднем направлении. Да? 16 на 23. Тоже помещается, можно не измерять, да, 49,4 в прямоугольное сечение, характерное для линейного датчика. Смотрим дальше, наблюдаем опять в поперечном, в продольном сканировании. Обратите внимание, вот по нижнему полюсу левой доли это сосуды, это нижняя щитовидная артерия. Ну а теперь мы смотрим еще и ЦДК. Незначительно усилен, да? Что-то на границе с нормой трудно однозначно сказать. Можно сказать, что это норма. Нет ярко выраженного впечатление. Вот на другой доле посмотрели. На другой доле вообще нормально, да? Итого, посмотрели на область крупных сосудов, не нашли лимфатических узлов. Итого, сейчас нам заметно, что эхогенность незначительно повышена. Вот две мышцы выше изображения, кпереди от щитовидной железы, заметно, что мы находимся, ну, в состоянии более выраженной эхогенности, чем эти мышцы. И умеренное
диффузная неоднородность их структуры. Практически нормальное кровоснабжение. Картина не вписывается ни в один из трех ранее рассмотренных типов. Что мы должны вынести в заключение? Итак, еще разок пройдемся по всем пунктам. Расположение типичное, форма не изменена, контуры четкие, ровные. Эхоструктура, ну, можно сказать, умеренно неоднородная. Да, вот тут не то чтобы за уши притягиваем, но нет яркой характеристики, да. Насчет эхогенности добавим, да, что эхогенность обеих долей диффузно, неравномерно повышена. Еще добавим умеренно, а можно сказать незначительно, диффузно, неравномерно повышена. Мы должны быть объективными, насколько это возможно, да. Все, к сожалению, в ультразвуковой диагностике субъективно. Каждый смотрит своими глазами и оценивает это своим умом, да? Но стараемся это в какие-то общие требования все вместить. Итак, эхогенность обеих долей диффузно, неравномерно повышена. Мы сравнили с вами с мышцами и увидели, что это есть. Кровоток при ЦДК, укажем, что он не изменен. В левой доле это было чуть-чуть вроде бы усиление, а в правой он был нормальный. При ЦДК кровоток в паренхиме нормальный. Были какие-то еще признаки? Практически нет. Мы там не измеряли в этом клипе перешеек. Он был чуть дальше измерен, 3 мм. Итого, подводим итоги. Форма, расположение, контуры, все норма. Объем укладывается в норму, приближается к верхней границе. Если бы это была женщина, это мужчина. Это вообще середина. Да? 25 верхняя граница у мужчин, тут все соответствует середине. Незначительная неоднородность структуры. Это единственный признак, который мы здесь отметим. Можно говорить про норму, но все-таки мы видим неоднородность структуры. Да? Эта структура была диффузно изменена по всем сканам. И вот в таком случае мы пишем диффузное изменение неспецифического характера. Мы можем даже вот так подчеркнуть. Незначительные диффузные изменения паренхимы щитовидной железы неспецифического характера. Или умеренные. Да? Дальше уже опять-таки эта степень, так скажем, к сожалению, субъективизма. Да? Незначительные или умеренные изменения паренхимы щитовидной железы неспецифического характера. Итак, еще разок. Последние несколько слов, обобщая все, что мы с вами посмотрели и записали. Три специфических типа диффузных изменений, характерные для аутоиммунного тиреидита, характерные для диффузного зоба и характерные для диффузного токсического зоба. Тоже подчеркнем, что грань между аутоиммунным тиреидитом и диффузным токсическим зобом по картине далеко не всегда четкая. Тоже между ними бывают такие размытые границы по симптоматике ультразвуковой. Поэтому мы не должны стесняться говорить о том, по какому типу. Это не значит диагноз, это значит на что похоже по эхографической картине. Да? В какого типа изменения мы можем вместить то, что сейчас увидели. И помимо трех классических типов диффузных изменений, может быть картина неспецифического характера.
которая не вписывается в один из трех, и в таком случае мы так и выносим заключение не специфического характера. И, пожалуй, еще пару замечаний, касающихся дифференциальной диагностики, допустим, зоба, хоть диффузного, хоть диффузно-токсического, и тиреидита. Про зоб мы уже говорили, мы можем объективно говорить в том случае, когда есть увеличение объема свыше верхней границы. Но ведь и при аутоиммунном тиреидите там сначала гипертрофическая форма, а потом атрофическая форма, они друг друга сменяют в разные, там, скажем, этапы развития заболевания. Поэтому и при аутоиммунном тиреидите мы тоже можем намерить и 22, и 23 у женщин, допустим, там, скажем, 28 у мужчин, и картина будет типичная для, допустим, аутоиммунного тиреидита. Пусть нас это не смущает. Мы все равно в таком случае, если совокупность признаков ультразвуковых, помимо объема, говорит про характерное для аутоиммунного тиреидита, это указываем, да? Если картина характерна для аутоиммунного тиреидита, а объем резко снижен, мы тоже это упоминаем как атрофическую форму, да? Итак, объем играет важную роль для того, чтобы говорить про зоб, но в то же время для аутоиммунного тиреидита он не является решающим фактором вынесения заключения. Все, благодарю за внимание.